Классики казахской литературы о России и русском языке. Олжас Сулейменов, Россия. Наши песни всегда шли рядом, протяжные как дорога и прохладные как степные реки. Наши тела лежат рядом во всех братских могилах земли. Твой голод походил на мой голод. Твоя удача, сестра моей удачи. И счастье твое будет похожим на мое, как солнце походит на солнце. Оно едино. Сакен Сейфуллин. Заговорить по-русски значит заговорить со всем миром. Султан Махмуд Торайгыров. Я клянусь усвоить русский язык и письмо русское. Габит Мусрепов. Судьбы наших народов были настолько сплетены и взаимозависимы, что мы еще до революции пели песню Татьяны, песни Пушкина. Жубан Молдагалиев. Волга, Яик, Иртыш, кочевые дороги, где Орыс, имя Грозное, стал я любить. Трудный час подал руку мне русский не зря. Наша дружба светлее взошла, чем заря. Перед ним расстелил дастарханом белейшим свою душу я всю, без остатка даря. О, русский наш язык, живи в веках, как сад плоды, ты щедро даришь славу. Теперь звучат на многих языках прозрения наших писем величавых. Мухтар Ауэзов. Обращение Абая к наследию великих русских классиков было фактом огромного значения и явилось залогом будущего расцвета казахской культуры. Никак нельзя забывать, что на широкую дорогу реалистического искусства нам помогло выйти творческое влияние и поддержка русской литературы. Как человек, для которого русский язык является не родным, я еще в пору обучения в русской школе страстно тянулся к русской языковой культуре. Я стал постигать богатство литературы языка, на котором творили классики, и воспринял их как свою академию. Мухаммеджан Каратаев. Я счастлив, что на древней родной мне земле, именуемой Казахстаном, живут люди более 100 национальностей, и каждый из них, подобно мне, говорит не только на своем родном наречии, но и на музыкальном, полнозвучном, прекрасном русском языке. Сабит Муканов, скажу одно, без русского языка, без русских книг, без русских собратьев по перу, я не был бы тем, кем стал теперь. Посланцы всех веков, разные языки, они на полках продолжают жить. Язык России, мудрый и великий, заставил их со мной заговорить. Фариза Ангарсынова. Русский язык – один из немногих, на котором существует вся мировая литература. Он надежный посредник и проводник в деле сближения национальных культур. Музафар Алимбаев. Пушкин, Байрон, Гейне – это собеседники мои. С ними я веду беседу, как Абай в кругу семьи. И науки ста народов в доме у меня сплелись. И таланты ста народов, словно реки, здесь сплелись. Да спасибо русской речи, ведь тебя, мой Казахстан, эта речь для дружбы вечной породнила сотней стран.